Привет, привет, мои дорогие. Все вкусно, быстро и просто. У меня макарон, спагетти, рожков. Юля, иди, я тут Юльку тоже. Кормлю сразу Юлянушню. Ой, мимо. Ну, Наташа, только подоконник намыл. Ой. Так что мы будем трескать вместе. Я теперь так делаю. Ну, она думает, сейчас ко мне все равно придет. Помаленько посолим. И у меня спагетти с яйцом и сосиски. Все вкусно просто. Мне всегда же. Хочется готовить. Я в бальном платье. И позрю. Последние две сосиски. Я это в Павловской курочке покупала. Специально детские. Вика уже ко мне приезжала. Но я делала в тесте их. Юля заглатывает, как я. Обалденно. Что-то прямо захотелось. Даже я сегодня хотела объявить день гения. Вообще ничего не готовить. Ну, пришлось отварить макароны. И, кстати, давно у меня их не было. Как-то правильно вот так надо есть, но почему-то они у меня не скручиваются. Надо брать по чуть-чуть. Ну, вкусненько. Где сюда? Макароны не были бы с яйцом. Я ела бы их с кетчупом. Все-таки никак я не научусь. Вот так, во. Как-то вот так. Но они у меня торчат. Поделюсь подружкой своей. Вот пошли макароны. Вообще, я хочу борща, но мне лень его готовить. Так что будем отдыхать. И насчет хлеба. А, вчера же я все-таки еще пошла в аптеку. У меня осталась последняя таблетка от давления. Ну, люди старые. Уже все. Я про себя.
И думаю, у меня же нет хлебушка. Лаваш-то есть, а есть сало еще. Но лаваш, ну, не лаваш, а тортилья. Пошла в аптеку с таблетками. И зашла в киоск. В магазин не пошла. Думаю, мне ничего не надо. Кроме, блин, там такой вкусный хлеб. Это реально. Обалденный вкусный. Ржаной. Идет. С магазином не сравнится. Поэтому прям с удовольствием. С сальцом, с хлебушком вчера кушала. С чайком. О. Ну вот мы с вами тоже поедем. Все, пока. Всех обняла. Пока-пока. Чмоки-чмоки.